Меня зовут Алексей Корзин. Я путешественник, авантюрист. Вообще крутая тренировка. Спасибо, что живой. И настоящий экстремал. Мы были буквально на волоске от очень экстремальной ситуации. В общем, я рад, счастлив и доволен. Я отыскиваю невероятно интересные истории в самых необычных, недоступных и малоисследованных местах планеты, чтобы поделиться ими с вами прямо сейчас на РЕН-ТВ. Ну что, погнали?